Продолжаем, ребята, битвы с Георгом Майером. Это вообще хит нашей группы, как оказалось. Ну, я думаю, что очень многие шахматисты в нашей группе играли бы с Георгом лучше. Вот без всякой иронии говорю. То, что я показываю, это немножко уныло. Да, Наверное, я... потому что после двух тяжелых турниров внутри клубных Феникс. Как Да. тебе такая, версия? В чате пишут, что на английском два нубс here. Как тебе такая перспектива? Да, отличная оценка. Ну, я не знаю, что от себя, а вот Майер-то, мне кажется, неплохой блицок все-таки. Who is Никита? Интересное сообщение поступило. Да, и задумался. Ладно, взял. Задумался я. Да. Задумался я. Че, чернопола надо поменять? Не надо. Не до конца времени, что сейчас правильно сыграл, но... Ладно. Да, и выбили, наверное, нет? Знаешь, у нас как-то слон приколочен. А куда его активизировать? Может, лучше пока не менять структуру, поэтому. Защитили на b7. Да, хочу b6. Если b6 на b7 выйдем, то так уже терпимо позиция будет. Так, ну... Ферзей меняем. b3, да, отлично. Ну вот поддавил, нет? Не знаю, какая-то странная спекулятивная жертва, я бы сказал. И что, если я возьму? Ладья на c7 просто въедет, в этом идея. Я не убежден. Стоп, может b4? b4 сильный, наверное, ход, да. А в чем он такого сильного? Ну, залезет на c7. Ну, пусть залазит. Взял тут. Взял тут. Ну, сейчас залезет на c7 Ну, все-таки. пусть я отдам на e7 просто пешку. Кому она нужна? Опять? Да, потом слон e6, и это фланг покатится. Так, прошу прощения. Мне родители названи. Не вовремя. Да, не то думают, наверное, что я чем-то более полезным занимаюсь, чем игрой. Это очередным гроссмейстером. Да, там, тусовки. Да, хотя бы тусовки. Родители отчаянно пытаются меня спаить, на самом деле. Так же, как Кирилл. Но ни у тех, ни у других не получается. У меня Да, получится. я недооценил вот эту вот идею с d5. Я думал, что вообще у меня лучше, но это, конечно, не так оказалось. Его пешки тоже катятся. Но я не верю, что у черных хуже, с другой стороны, тоже. Слушай, может быть, отжертвовать на а7? Ой, на а2 и закатить? Нет, это рано. Сначала b5, а4 поставить, а потом уже думать о таких кардинальных мерах. А он, скорее всего, ладья а7 пойдет сейчас. Я пошел бы ладья а7, по крайней мере. Не допускаю эту идею. Да, ну тогда как-то надо... Не знаю, даже ладья c8, что ли, играть на ладья c2. Так, а, ну вот вот он так. Скидывает. cb3. Стоп, да, b3. Интересный ход. b3, а4, b5. Ну да. Такой план. Какой-то здесь в чат есть один молодой человек. И он... И, знаешь, тут только у обладателей вот этого бриллиантика, как у тебя, и премиума. что? И у И? них же безграничные сообщения, а остальных пользователей там через какое-то время. И вот он обладатель этой функции, и вот он каждые 1,5 секунды строчит. Так. Одно и то же пишет? Ну нет, не одно и то же, разные вещи. Ну что-то пишут непонятные какие-то вещи. Два нуба, вы не шахматисты. Ладно, не продолжать. Ну, А4. Да, спеши, сейчас уже подвал угроза. Б2 очень серьезная угроза. А почему именно этой ладьей? Я не знаю, у меня какие-то там галлюцинации с d5 были, наверное, лучше была другой ладья, на самом деле. И задумался Георг. Ну, А4. Вот, кажется, Б5. 12, что ли, не хватает. Б5, просто Б5. Почему бы и нет? 45 секунд у Георга. Слон c4. По-моему, у нас все великолепно. Ну, лучше, конечно. Тут еще все возможно. Ну, понятно, что все возможно, но... Но люди, которые сейчас смотрят это видео, они... Ладья b8. Да. Отлично.
Ладья c8, да. Хотим побить и уже. Ну, я Ладью. не вижу пока никого уже, прям, если честно. Хотим побить и влезть туда. И на, ну а дальше что? Ну, На влезем. А2. На А2. Хотим пешку А, выиграть. согласен, согласен. Все, побили. Влезли. А, вот он свою ведет. И чья контр-игрушка быстрей? Ну, контр-игрушка у него, у нас просто игрушка. Она такая... Притормозили. Да. Вынудили Е4, видимо. Может быть, Да. F5... А, F4 это ослабление, да, там с королем. Почему бы и нет? Хотя он F5. сейчас Е5 пойдет, наверное, так не стоило делать. Как пойдет Е5? Да. Так, можно же было другую ладью под... Ох ты. Так, ну и нужно под цейтнотик что-нибудь придумать, подкрутить. Пока этим он занимается. Можно отъесть на F4. Пешка, конечно, у него сильная. Шах. Взяли. Хотим поменять ладьи. А наши же с темпом. Наши с темпом быстрее. Каким темпом? Так почему же не взять-то? Мне кажется, ты выигрывал, Никита, где-то. 8 секунд. Все, отлично. Это победа, ребята. Это победа. И тут уже ничего не поможет, надо Да, сдаться. хорошая победа. Да? Всем спасибо за внимание. Вот прокрути. Ну ладно, потом разбор этой партии покажем. Мне кажется, ты где-то выигрывал, мог просто ферзя провести. Так, спасибо за внимание. Спасибо.